Государственный нефтяной фонд Азербайджана в текущем году увеличил объем трансферов в госбюджет страны. Перечисления с УФАС в госбюджет могут достигнуть почти 13 миллиардов манатов. В эксклюзивном интервью телеканалу CBC директор департамента Госнефтефонда по управлению рисками Вадим Пшеничный отметил, что увеличение объема трансферов в госбюджет связано с ростом внутренних расходов государства на социально-экономические проекты. В 2022 году трансферты в госбюджет ГНФА утверждены в размере 12 миллиардов 710 миллионов манат, что на 510 миллионов манат превышает аналогичный показатель 2021 года. Тогда была утверждена сумма 12 миллиардов 200 миллионов манат. Но это верхняя планка трансфертов, и в результате экономии расходов государственного бюджета общая фактическая сумма трансфертов в 2021 году была исполнена в размере 11 миллиардов 350 миллионов манат, на 850 миллионов манат меньше. Но эти активы как бы остались в портфеле фонда и продолжают приносить мне определенную долю инвестиционного дохода. В бюджете суверенного фонда Азербайджана на 2022 год также утверждено финансирование двух образовательных проектов, нацеленных на стратегически важную задачу для государства – превращение нефтяного капитала в человеческий. Только на одну образовательную программу, которая реализуется с 2019 года, Госнефтефонд направит в текущем году 28 миллионов манатов. В предыдущие годы трансферы фонда по данному направлению не превысили 14 миллионов манатов. Начиная с этого года была возобновлена очень успешная государственная программа образования азербайджанской молодежи за рубежом, в свое время профинансированная фондом в 2007-2015 годах. Тогда на эту программу было направлено свыше 200 миллионов манат, и ей воспользовались около 3300 студентов. Сейчас же в этом году эта программа была возобновлена, и на нее в 2022 году запланировано около 18 миллионов манат. Отметим, что по итогам прошлого года объем инвестиционного портфеля СУФАС достиг 45 миллиардов долларов, что стало рекордным показателем за весь период деятельности фонда. Увеличение трансферов в госбюджет и финансирование государственных проектов и программ в первую очередь связано с успешной инвестиционной деятельностью Госнефтефонда. Фуат Барамов, Фируз Рагимов, Мехрам Мехрамов, CBC.